Эти инсталляции созданы из бумаги. Выглядят, конечно, сложно, но на самом деле они сделаны вручную инженером по бумаге и художником Мэттью Шлайном. Его объемные картины имеют эффект 3D, реалистичные текстуры выглядят колючими или наоборот мягкими, как крылья. Игра света и тени рисует космические узоры. Можно решить, что все это сделано по четкой схеме, но Мэттью работает по вдохновению. В свободном полете фантазии фигуры складываются сами собой. А этот мальчик пишет абстрактные картины, которые продаются за большие деньги. Адвоиту Каларкару 4 года. Он еще не ходит в школу, но уже сам научился рисовать. Когда он взял в руки кисть, ему было 8 месяцев. Родители не могли поверить, что картины Адвоиту нарисовал сам. Многие уверены, что у него талант и его ждет большое будущее. В Австралии находится живая интерактивная инсталляция, которая может объединять людей. 10-метровый купол распознает движения посетителей и преобразует их в световые эффекты и музыку. В зависимости от количества людей и их движений будет меняться шоу. Под куполом есть кресло, где можно удобно расположиться и наблюдать за представлением. Это успокаивает и расслабляет. Это необычное колесо обозрения без спиц. Его построили в китайском городе Вэйфан. Высота аттракциона 145 метров. На его создание ушло больше 4000 тонн стали. Посетители размещаются в 38 кабинках, каждая рассчитана на 10 человек. Полный оборот колесо делает за 28 минут. Праздник небесных фонариков Иепеньк родился на севере Таиланда как аналог популярного фестиваля Лой Картонг. Принять участие в нем может любой желающий. Для этого нужно купить бумажный светильник Хом Лой и запустить его в небо, не забыв предварительно загадать желание. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом.